А сюда вставляю пустоту. И теперь я запускаю свой синтекс, получаю такую сводную таблицу, переношу ее опять же в Excel, вставляю, потом еще и транспонирую, чтобы она вертикально встала. И еще добавляю столбец, где делю миссинги на валидные значения, ну, чтобы получить долю. Сортирую и получаю, что вот у меня есть набор переменных, на мой взгляд, не самых значимых для дальнейшего анализа, где очень много миссингов. Я вот их пометил. Их я должен убрать из файла. Возвращаю из Excel лейблы. Нажимаю Save. Причем Save S. Нажимаю Variables. Здесь я могу произвольно тыкнуть. Continue. Paste. Yes. Иду в синтекс. Вот команда для сохранения. И здесь я должен drop указать именно те переменные, которые я отобрал в Excel. Прямо отсюда я их копирую и переношу в синтекс. Запускаю. И как раз получаю тот подготовленный массив, который находится у меня на странице. Подытоживая, в этом массиве все переменные из категориальных переведены в дихотомические так или иначе, взвешены и избавлены от переменных, где слишком много миссингов. Этот массив готов к полноценной работе посредством различных многомерных методов.